Послание к филиппийцам святого апостола Павла. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» «Дей же начат преклонятися, приступчи же обонадесяти, рекоши ему: отпусти народ, дошедшего окрестные веси и села, витают и обрящут брашно, яко зде пусте месте и смы. Рече же к ним: дадите им вы ясти. Они же реша: несть у нас вярше токмо 5 хлеб и рыбе 2, аще убо не шедше мы купим во вся люди сия брашна. Беху бо мужей, яко 5000, рече же ко учеником своим: посадите их на купу по 50. И сотвориши тако, и посадиши их вся. Приим же 5 хлеб и 2 рыбы, воззрев на небо, благослови их, и сломи, и даяши учеником предложите народу. И едоша, и насытишися все, и взяши избывшие им укрухи коша 12. И бысть
егда молящийся един, к ним беху ученицы. И вопроси их глаголя, кого мя глаголют в народе бычи? Братья и сестры, сегодня снова мы познакомимся с жизнью единоверческого, то есть старообрядческого православного священника. Священномученик Иоанн Заседателев родился в 1867 году в Саратовской губернии в крестьянской старообрядческой семье. Женился в 16 лет. В 1885 году его отец и сам Иван присоединились к православной церкви. Иван не просто отошел от старообрядчества, а посвятил свою дальнейшую жизнь миссионерской деятельности среди старообрядцев. Он сблизился со священниками-миссионерами, разъезжал с ними по деревням и участвовал в беседах с старообрядческим населением. В 1896 году он был рукоположен в иерея и назначен служить в единоверческой церкви села Корнеевка в Самарской губернии. В 1920 году он перешел в единоверческую церковь города Николаевска, потом город стал называться Пугачев. В 1932 году отец Иоанн был вынужден перейти служить в село Сулак, где смог прослужить только 3 месяца. В 1934 году священник был арестован Пугачевским районным отделом НКВД в селе Корнеевка, где он прослужил 24 года. Его обвинили в составлении и распространении рукописей антисоветского содержания с целью восстановить отсталые массы против советской власти. На допросе отец Иоанн сказал: «Основной целью жизни считаю борьбу с атеизмом, занимаюсь сочинением богословских трактатов, написал трактаты «Генеалогия человека», «Всемирный потоп», «Мозг», «Душа и дух», «О душе» и другие». Священника приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. Вернулся он из ссылки только в 1939 году. Поселился в городе Пугачеве, но служить там было негде. Один человек принял отца Иоанна у себя в доме, и многие люди стали обращаться к священнику с просьбами крестить младенцев и отпевать покойников. Отец Иоанн обратился в Пугачевский горсовет за разрешением открыть молитвенный дом, но ему отказали. В сентябре 1941 года на квартиру, где жил священник, пришли с обыском. Нашли 24 церковных предмета, в том числе антиминс, копье, священное облачение. Выездная сессия Саратовского облсуда в городе Пугачеве приговорила отца Иоанна к расстрелу, который заменили на 10 лет лагерей. 25 октября 1942 года отец Иоанн Заседателев прибыл в Карлак НКВД в Карагандинской области. А 29 октября он скончался в лагере от правосторонней пневмонии и истощения. Братья и сестры, несмотря на трагический характер жития, так радостно читать слова допроса. «Основной целью жизни считаю борьбу с атеизмом, занимаюсь сочинением богословских трактатов». Конечно, отцу Иоанну почти с самой юности пришлось привыкнуть к борьбе с предрассудками и заблуждениями. Это нам легко читать о том, что он с отцом присоединился к православной церкви. А нужно понимать, что старообрядцы вели очень тесный общинный образ жизни. Часто очень многие деловые и личные связи были коренным образом обусловлены принадлежностью к той или иной старообрядческой ветке. Переход в единоверие влек за собой отторжение от прежнего круга общения, перемена привычного образа взаимодействия с людьми. Отец Иоанн пережил это однажды, и с приходом советской власти ему было легче принять очередную волну отчуждения. Но как смело и достойно он заявляет о своем призвании бороться с атеизмом. Что же это такое борьба с атеизмом? В первую очередь, это борьба с представлением о том, что наука и религия находятся в одной плоскости, так сказать, одного поля ягоды. С появлением научного подхода достаточно долго религиозные мыслители и деятели не могли смириться с тем, что книга природы не нуждается в подпитке из книг Священного Писания. Постоянно говорилось: вот
У нас ведь в Библии написано. Потом проходило время, научные взгляды менялись, и в нас летели камни, мол, вот она, это ваша неприходящая истина. Но сейчас мы уже успокоились. Библия говорит о спасении людей, а не является документацией по устройству планеты Земля. Другое беспокоит в наши дни более. Теперь естественная наука пытается протарить дорожку в область религии. Так, например, атеистический писатель Александр Розов в своей книге «Зоофизика религии» пишет: «Ниже будет показано, как на самом деле произошли монотеистические культы личностных богов. Мы увидим, что все они являются атавизмами, связанными с социальной зоопсихологией приматов. И чем больше человек им следует, тем ниже опускается к уровню своих предков, обычных неразумных животных». То есть, если раньше атеизм боролся с религией, то теперь он включает ее в устаревшие психические функции, унаследованные от обезьян. Логика проста. Не хотите быть похожими на обезьян? Не верьте. Братья и сестры, будем терпеливы. Все придет в норму, и каждый займет свое место. Мы, верующие, много веков старались неправомерно влиять на науку. Надо теперь и нам потерпеть нелепые попытки научного сообщества вместить религиозные чувства и представления в рамки психофизиологии. Священномученичи Иоанне, моли Бога о нас. Итак, не будем заботиться. От забот своих мы ничего не получим, кроме того только, что они развлекут нас. Если Бог подает нам все нужное, заботимся ли о том или не заботимся, и притом подает скорее тогда, когда мы не заботимся, то какую пользу доставляет тебе твоя суетливость, кроме того, что ты казнишь самого себя? Заботится ли о пище тот, кто идет на пышный обед? Запасается ли питьем тот, кто идет к источнику? И мы, имея у себя благо лучше и обильнее, нежели сколько воды в потоках и брашен на вечерях, то есть промысел Божий, не должны заботиться и малодушествовать. Сверх вышесказанного Спаситель для возбуждения в нас несомненного упования во всех вещах на промысел Божий представляет еще доказательство, говоря: «Ищите Царствие Небесного, и сия вся приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Удалив от нас всякую мысль об излишних заботах, Христос упомянул и о небесах. Он для того и пришел, чтобы разрушить древнее и призвать нас к лучшему Отечеству. Потому Он все делает, чтобы удалить нас от излишеств и от пристрастия к земным вещам. Для того и о язычниках упомянул, сказав, что сих ищут языцы, которые весь труд свой ограничивают настоящую жизнью, которые немало не рассуждают о будущности и не думают о небесах. А для вас должно быть не это важно, но другое. Мы не для того ведь сотворены, чтобы есть, пить и одеваться, но чтобы угодить Богу и получить будущие блага. Итак, усиленно и заботиться, и молиться о земном не должно. Потому Спаситель и сказал: «Ищите Царствие Небесного, и сия вся приложится вам». И не сказал: «Даны будут», но приложится, чтобы ты знал, что настоящие блага ничего не значат в сравнении с величием будущих. Потому-то он и не повелевает просить настоящих благ, но просить иных благ, и надеется, что и те присоединятся к этим. Итак, ищи благ будущих, и получишь настоящие. Не ищи видимых, и непременно получишь их. Да и неприлично тебе приступать ко владыке с молитвою о таковых благах. Будучи обязан прилагать все тщание и всю заботу свою о неизреченных благах, ты крайне бесчестишь себя, когда изнуряешь себя заботливыми помыслами
о благах скоро приходящих. Но как же скажешь ты, разве Христос не повелел просить хлеба? Но Он присовокупил насущного и опять к этому прибавил днесь. То же самое Он и здесь внушает, не просто сказал «не пицитеся», но «не пицитеся на утрий». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. Таким образом Он вместе дарует и свободу нам, и обращает душу нашу к предметам более необходимым. И если Он повелевает молиться, то не потому, будто бы Бог имеет нужду в нашем напоминании, но для того, чтобы нам знать, что мы только Его помощью совершаем все, что не делаем, и чтобы нам непрестанным молением сделаться Ему более приятными. Видишь ли, как и здесь Он уверяет своих слушателей, что они непременно получат настоящие блага. Тот, кто подает большее, тем скорее даст меньшее. «Не для того, — говорит Он, — я не велел заботиться и просить, чтобы вы бедствовали, ходили наги, но чтобы во всем был у вас достаток». А этим Он всего более мог привлечь слушателей к себе. Потому как при подаянии милостыни Он запрещает им показываться людям, убеждая преимущественно тем, что обещает через то большую честь, именно сказал «Отец твой, видя в тайне, воздаст тебе яви», так и здесь, отклоняя их от искания благ настоящих, отклоняет особенно своим обещанием доставить им эти блага в большем изобилии, если не станут искать их. «Я, — говорит он, — запрещаю искать не для того, чтобы ты не получил, но чтобы получил в большем обилии и получил, как тебе прилично получить, с истинную пользою для себя, чтобы ты заботою и мучительным попечением об этих благах не сделался недостойным и их, и духовных благ, чтобы ты не навлек на себя излишнего бедствия и не лишился желаемого тобою. Не пицитеся уба на утрий, да влеет дневе злоба его, то есть скудость и печаль его. Недовольно ли для тебя есть хлеб твой в поте лица твоего? Для чего подвергаешь себя и другому злостраданию, происходящему от твоей заботы, тогда как ты должен быть свободен и от первых трудов? Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Ныпаче умымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Якуда управдишися во славе всех Твоих и победиши в нигда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя, мати моя, себо истину возлюбил еси безвестная и тайная, премудрости Твоей я явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыеши мя и паче снега убелюся, слуху моему дася радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созижде во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздажди мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся, избави мя от крови, Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, уст не мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досозиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертва правды возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится, речет Господи ве заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчи и от слови семя тележно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься, оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а тысяча и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя. И на сень крылу Твоею надеюсь, а донде же придет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою. И избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынове человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и впадоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя. Воздвиг очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги Твои, я ниже воздремлет, храня Тя. Все не воздремлют, не живут, нет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ни же луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Yeah.
Ко Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии со умилением помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас! Царице моя преблагая, надежда моя, приятелище сиры и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зрищи мою и покрыешь во веки век.